Как я читал, типа, это тест ДНК, если баба сказала, что ребенок твой, и ты не пойдешь делать тест ДНК, то автоматом тебе припишут, что ребенок твой. И будешь платить Ну да. алименты, Если прикинь? запишут на тебя, то будет твой. Даже если не твой, блядь, все равно тебе Да, запишут. да. Поэтому нужно идти, типа, делать тест ДНК. А он Прикинь. денег стоит, Ну. по-моему. Так прикинь, какая шлюха будет говорить, ты, блядь, мой отец, блядь. И ходи, делай теперь каждый тест ДНК, Ну, а охуеть. так оно и работает. Не, думаю, пиздец. Не, ну и есть еще плюс. Это пиздец? Мы можем подать Согласен. на клевету, сказать, она оклеветала меня, А все. можно ей подать это, как вот, кулака в живот? Эй, Бенсон, Такой I хуйни. found a maternity ward. We need to take the elevator. Да, спросим у этого мужика. Чё ищешь? Чё жирный, блядь? Excuse me, sir. Ебать, Do you know носатый where the жирный. hospital is? Вы знаете... You're in the hospital. Ебать, он вообще I am? Ебать. Въебите ему, он тупой. Yes. Are you sure? Yes, I'm sure. I get confused easily. Everybody keeps telling me I'm senile. It's a good thing that you're in the Они hospital, тебе не then. обманывают. Guess so. Так она ездит. Да. Радиология, администрация. О, еще черномазая. Интересно, в Москве такие же больницы? Или как у нас же Железногорск? Yeah, you can. My friend is looking for his wife. Oh, I'm sorry. I can only give that information out to relatives. Окей, okay, sure. Бенсон, get over here. Блядь, он же в русский, блядь. Good evening, ma'am. Ай, какая газетка. How can I help you? Опа, видал? Бля, я не думаю, что это хорошая идея ей говорить. Ну, не знаю, чувак. Я не хочу. Ну, бля, у нее, бля, газета лежит, блядь. Здесь, я газетку спрятал. И все равно, типа, скажет, а, ну у него муж в розыске, блядь, что-то там. You look like you've been through hell and back. We were in a car accident. Нихуя себе. Чья вина? Just curious, what caused the car crash? She says I fell asleep at the wheel. He did. You did. He did. Are you sure you should be driving, old man? Of course, I'm an excellent driver. И в этом кровище на полу какая-то. He's crashed the car three times already. Какие-то маленькие капли. You should steal his keys next time. Good idea. Ну или мне показалось. Просто не просто пол такой, а пол такой. Засрал. What's wrong with you? It hurts, man. Hurts real bad. Let me guess. Car accident. Хватит притворяться. Stop faking it. Why would I be faking? Easy. Insurance money, of course. Fuck you. You better chill out before I make you feel some real pain. You got that? Yeah. Вытянул Just грозы. Leave me alone. Вылечил. Доктор Штольц вылечил пациента. How old are you, sir? If you don't mind me asking. Oh, no, not at all. I'm 81. Yeah, батя, 81. You're 89. 89. He's 89. I could have sworn I was 81. 89. Oh my god. Сам охуел, короче. Может, я слишком стар, чтобы водить, говорит. Проверь разнесители писем. Так, кого еще вылечить? Пациент, пациент. Дай его с этим. Ты опять тут? Тебе не видно, блядь. Я вылечил тебя. Не пизди. So, what happened to you? I broke my rib at work. Не пизди, на тебя поебало. Bet you get a nice insurance claim out of that. Hey, what are you saying? You heard me. Хотя пускай, так так. Симулянт ебаный, блядь. Это так и надо этим бюрократам ебаных, их тоже надо наебывать. Да, это не наше дело вообще, мне кажется. I really am. And why are you telling me this? Because nobody believes me. How come? I don't know. They think I'm making things up. Well, are you? Of course not. Don't you see him all pale? Actually, you look pretty healthy to me. Ну-ка. Сейчас полечу. Stay away from me. I'm contagious. You are? Yeah, I don't know what it is yet, but you should definitely stay away from me. Ты ипохондрик. Скажи, ты ипохондрик.
I had a friend who was a hypochondriac. I'm not a hypochondriac. You're not? No, well, actually, your face is pretty swollen. What? Where? Are you serious? It looks bad, man. Oh my god. Is it really that bad? Not a hypochondriac, huh? А эти чё сидят? Yeah, I think my arm is broken. No, it's not. Why can't you be more understanding? I'm trying. No, you're not. You're complaining that I'm complaining. Yeah, because you are. I just can't help that I'm in pain. Мне больно. Ты чё, блядь, тёлка, что ли? А, ты просто нытик. Мне кажется, ты просто здесь отмазка, чтобы ныть. Соберись, блядь, будь мужиком, сука. Я не под каблучником. Серьезно, на его стороне. Мужик, не будь нытиком. Ты ж мужик, блядь. Который хочет Геленджик. О, лифт. Чё ты как-то хуя тут накопилось, симулянтов. Не говори. Водички. Бля, прикинь, у них вода есть в это самое. Еще в те времена даже были кулеры с водой. А у нас до сих пор больницы такого нету, прикинь. Не, я ходил, когда было. Да? Я пил. Да, Поставили такие. Ну, цивилизация. Поехали. Ну, бля, все с запада воруют. Сейчас, подожди. А с кулера нельзя вот? О, играть в настольную игру, чувак. О, чувак, тут еще, блядь, видит. Ну. Ладно, хер с ними. Are you scared to lose, Vincent? Ой, че, иди сюда. Сейчас, подожди. Говорю, скептил. Пацан. We will. As soon as the doctors had a look at you. А, ты говоришь, что там две девки сидят напротив, кстати. Right, mister? Че? Все будет хорошо. О, зато у тебя есть мама. You have your mother here to back you up. Yeah, but I'm scared of doctors. Don't be. They just want to help you. They'll probably give you a toy. Will they? Am I gonna get a toy? Cool. I'm sure they will. Right? Yes, of course they will. Да, конечно, милый. Наебали пацана на игрушку, пиздец, блядь. Наебали пацана, кинул на... Приклейся. Ну-ка, телочки. О, все глаза гдается. We're twins. Нихуя себе, так и знал. Идентичные? You're completely identical. У вас пизденки одинаковые? That's right. Нихуя себе. Like this? All the time. Huh. Twins are cool. Ну-ка, а ты что-нибудь с ними? I'm not always sick. You're more sick than I am. That's because I have the bad genes. We're twins. We have the same genes. Right, mister? Right. I have no clue. Your doctor probably knows better. You see? What? He just said that he doesn't know, right? You're right. I don't know anything about genes. Да, таких задублить. Две бабы по цене одной. Да-да-да. Можно одну куда-то направлять, короче, вторая с тобой сюда. Пока одна работает, другая занимается делом. Иди сюда, давай. Чё-то доминошка? Какая-то хуйня. Эй, Винсент! Я вообще не знаю, что это хуйня, блядь. Я тоже не знаю, чё. В Тетрис, блядь? Чё делать? Надо линию набрать? Да, наверное. Ну а если сюда кинуть, чё? Чё ты меня руинишь, заебал? Злой, блядь. Бля, ты заебал. Ну, руина, блядь. Руинит. Оп, ну ладно. Что делать, так? А, нет! Бля! Все заруинило, бля. Что делать-то надо? Дальше будешь продолжать. Оп. На тебе мстя сразу.
Негодяй. А у меня вторая еще есть. Работает. Витус не стоит. I emerged victorious. А, типа 4 надо собрать. Понятно, понятно. Ладно. Не хочешь больше? Да нет. Я тебя отыгрался вообще, блядь. Понял. Все, я поехал. Не поехал. Нагнул, нагнул, тебя нагнул. О, нихуя себе. Бля, мусор. Это опасная ситуация. Вернись, блядь, глаза отпусти. Так на, поебалу! Паня, кажется, мне знакомый, я вас где-то видел. Нет, я не думаю. Где его тело только прятать, понятно. Окей. Смешно, смешно. Заебать хочет. But your faces are so familiar. Незнакомый. Чё ты заебался? Ну давайте, ладно. It's probably me. It is? Yeah, I'm here a lot. I got this disease. The doctors can't figure out what it is. You don't have to worry about it. They don't think it's contagious. It's fine. All right. Well, this is my floor, so right, feel better. Nice. I know. I know. So, you excited to see your baby? More nervous. Understandable. I was nervous too, but don't worry, you'll be fine. Thank you. Так идет твой ребенок. Где он лежит? На огнетушитель оружие срочно. Уебать! А, это не менты. О! How hard can this be? О, поехали! Alright, this is fun! Бегонки. Оба! Yeah! I'm really good at this. Так, а тут даже балансировать. А как им управлять? Типа АД нажимаешь. Опа! Ты чё? Я не понял, как это работает. Ну АД, ты же сам сказал. Ну да, ну блять, я нажимаю А. Надо зажимать прям, зажимать. А, нихуя себе. А, блядь. Цени я. Хуйня, блядь. Да, вот этого пацана надо очень балансировать. Эй, балансируй. Может поговорить. Сколько надо электриков, чтобы вернуть лампу? Blown out. It's the third time this week. Третий раз. Problem with the wiring? No, the wiring's fine. I think it's a ghost. What? It's a ghost. Ah, don't listen to him. Он долбоёб. Привидение. You serious? You really think it's a ghost? Well, think about it. People die in here every single day. There has to be at least one ghost floating around in here. Oh yeah? So why is this ghost breaking bulbs? Because he's trying to tell us something. I'm serious. Maybe it's trying to tell you that you have bad wiring. Maybe. Ты, блядь, работаешь, сука, лампочку вкручивай, ты уже полдня, полчаса вкручиваешь ее. Правильно делаешь, я просто так же работаю. Вот, зацени, детеныши человека лежат. Так, а где мой? Не знаю, сейчас найдем. Я думаю, можно охапку набрать. Да, какой-нибудь, да, твой по-любому. Ой, нихуя себе. Я могу роды принять, знаешь, как это делается? С кулака в живот! Знаю форму. My wife and I had a boy, and her belly looked just like yours. Well, you're wrong, because I talked to my fortune teller, and she told me. Нарадала мне девочку. You believe that? More than I believe you, that's for sure. I see your point. Good luck, anyway. Давай тебе в живот, чтобы он выскочил прям как пробка, нахуй. Congratulations. What are you hoping for? Кого вы ждете? Boy. Girl. Смотрю пока телек. Нужен мальчик.
Так бы сказала моя мама, блядь, же сочувствую, блядь. Отец, I hope you don't mind me asking, but I don't see the father around. Где отец, блядь? Он сидит, блядь, никчемного парня. Нормальный парень, не пизди. Понятно, сильно не зависит. Пошла ты в пизду, шлюха. Все, даже разговаривать с ним не хочу, пошла. Ну цени, там америкосы снимают фильм, как на Луну высаживаются. А ну всем пиздят, что они действительно высадились. Десиган, блядь. Так, о, а ты что там выглядываешь? Что-то какое-то кино, блядь, однообразное. Другой есть? There's probably some beer downstairs. Wait, are you serious? Yeah, some liquor too. Oh shit, gotta check it out. What kind of liquor? What's wrong with you? I'm joking. Ха-ха, косомак. Под пердак ему нахуй ногой. Hey you, you look like a drinking type. You have anything on you? Even if I did, I wouldn't give you any. Come on, man. Тебе не нужно, тебе нужен врач. It looks to me like drinking is the last thing you need. Oh really? How come? I just know. Trust me. Yeah, sure. I'll trust you if you give me something to drink or smoke. Not gonna happen. Алкота. Excuse me. This is the maternity ward, right? Yes, it's over here. Are you the father? No, I'm not, but my buddy is. I'll get him. Vincent, here. Бля, я не хочу. Не буду разговаривать с персоналом, а потом мне ментам сдут. Пойдем так искать, короче. А так весь не то самое. Ну, на первом я не говорил, нормально. Просто, блядь, ну как это? Усарничек бежится. Причем я... Самое хуёвое в таких играх, конечно, нет вариативности, блядь. Ебать. Sorry, but you don't look too good. Чё с ним? Okay? Череп, well, череп. Prince Charming. As a matter of fact, I'm dying. Давай подуплимся напоследок. Чё у неё? What do you have? Не хочешь секс втроём? Lung cancer. Рак лёгких. Too much smoking. Yeah? Mm-hmm. They say they're a killer. They say a lot of things. This time, they're right. Рак лёгких. Давайте задуплим сейчас прям возле окошечка. Those things will kill you. Там взвесить. Yeah. They pretty much already have. Чувствительный подошел, сейчас начнет размазывать все. Сколько вам осталось? Я не так выразился, блядь. Поддых ей. I'm sorry. I didn't mean to say it like that. Тупая шкура. Yeah, again, I'm sorry. Why do you care? You don't know me. А я тоже по улице иду, вижу, баба идет такая симпотная, все норм. И курит, сука, думаю, ебать ты мразь. Сейчас все курят. Да, вообще пиздец. Ну да, бабы даже больше курят, чем мужики. На самом деле. Дебилы, ну, походу, надо то ли говорить придется, что-то никуда не заходится. Да. Так что, без вариантов, чувак. Иди по пизди. О, какая симпотная. Бля, у нас, кстати, это Винс 4, типа, 16. Ну... А пройти нельзя вот туда, да? Неа. Ну, наверное, да, запустится. Excuse me, ma'am. My wife just had a baby. What's the name, please? Carol. Already. Right, just follow me, sir. Thank you. Бля, ну там должно написано, что ну, мужик в розыске. Тут тупо, блядь. Ну да. Hey, Leo. You coming? Come on, Leo. You coming, блядь, крутится там стоит. Не знаю, как залезть. Thanks. Мусар. Я бью в руку. О, о. Hey, Carol. You okay? I'm fine. Сильно независимая. Vincent, what are you doing here? Да просто так пришел, бля. По кайфу гулял, решил зайти. Честно, что не следил. Из тюрьмы погулять выпустили. This is Leo. It's nice to meet you, ma'am. Yeah,
Мистер самый большой. Girl, huh? I'll leave you guys alone. I'll be waiting outside. Yeah. And congrats, by the way. Ты коп? Сердце. Can I hold her? Бросить карты. Окей. Okay. Ебать, чем он занимается? Там что-то возле ее кровати было. Ну так, посмотреть, есть еще какие-то варианты. Да понятно, что с ней надо брать. Да, нахуй. Поддержать типа, пацана. Опять это же кино. Показывает хуйню, блядь. Тебя выключили, что это не важно. She's so beautiful. Красивая. She is. Да ладно, как это, блядь, не знаю, мутант. Мутант? Лысый. You know, I miss you. Это детеныш человека, ничего ты не понимаешь? Vincent, please. А надо всегда говорить, что красивый, да? So much. I just have to finish this. По-моему, они все одинаковые. Вообще. Просто личинка, чё-то красивое. What do you want me to say? Чего-нибудь, блядь, положительное, можно, пожалуйста? Want you to trust me, молодец, ты сдернул с тюрячки. Things will be different. Да-да. You keep saying that, but you're gonna get yourself killed. I can't live with that. I'm not gonna let that happen. I promise. Ага, в хате живешь. Trust me, Carol. А тут видишь, я тут не могу жить. Надо, блядь, это понимать, что как бы за все надо платить. Плата твоя, то что тебя может мне, блядь, сидеть. А трахать? О, что-то показывает опасное. А не, это меня показывает. Я думал опасно сейчас мусора. Сара-то приедут в любом случае, мне кажется. Да. Позвонила медсестра стопудов вот это. Я бы пристрелил собаку. Это собак, блядь. Все, две машины все приехал. И самое главное, палец, пиздец просто. Да, не, чтобы тихо подъехать на туре. О, они уже тут, блядь. Почему не ушли? Еще раз не волновал. Первый раз слышал, чтобы это их волновало реально. Наложу же и уёбывай! Дёргай давай! Заебал! В окошко сейчас попадал. Just go. Да какие я спал? Ебать-то понаехал уже, чувак. Все машин. Мусора проклятые. Ааа, блядь, ты уже везде! Они как тараканы! Сейчас тебя будут показывать. Да, сюда взяли. А нам надо было бежать? Баба взяла! Все, позор на всю жизнь. Бабёнку сдержала. Пошла нахуй, шлюха. Ух, блядь. Черный, блядь. Давай в окно его нахуй. Свою силу и я нажатие, чтобы он просто стену пробил. Блядь, что тебе надо? Что ты лезешь, блядь? О, наконец-то, на нахуй. Больной ублюдок. Получай, гони. Кидай он нахуй. Миллиард. Скажу себе. Это съемки, короче. Давай. Чувак, паркур подъехал. Паркур? Ты чё, мусор проклятый? Сейчас мы соединимся, да? Ну, походу. Съемки, ты на месте. Выбивай дверь. О, бля! Это мы умеем, агент пиксель. Ох ты, блядь. Нет, спрячься. Блядь, Твиттер миллиард, короче, не буду
пиздерезать. Куда идти-то, блять? О, напротив, напротив дверь. Come on, hey, open, hey, God damn it! You under arrest. Сиди. Open. Опа! Я ебать, он псих. По-моему, пизда рукам. Если нахуй. Ебать, тебя это вообще окружает. Проведи операцию. Бог помощь, блядь. Я пошли нахуй, мусора. Ебать. Откручивай, откручивай, блядь, как на зоне, нахуй. Кидай в него, нахуй. Пополз. Туннельные крысы, блядь. Опа. От мусоров побегает. Бля, боком камера, беги. О, нихуя себе. Бля, как бы это... Ой. Ой-ой. Давай, давай, битва, битва. Ну, ну, ах, ну. А, это как это? Олдбой, олдбой. Ну чё, чё? Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп! Ебать, круто! Они у тебя в дружку сваливаются. Хоп-хоп! Нихуя! 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 Палком пальцы замутил. На нахуй! Двоечка! Опа! Оп-оп-оп! Тут, по-моему, бойцов что-то дохуя вообще. Топ! Это реально как в Олдбой, типа, как он там по коридору шел. А. Правая кнопка, правая, правая. А, правая? Блять! Сука, я левую называю, я думаю, что тут написано. Уклониться правая. Олдбой смотрел какой-нибудь? Да, да, да. Шел, типа, стучать пиздец. Он чистый, один в один. Не, ну слушай, слушай, битва такая прикольная, мне понравилась. Так, так, так. Ну чё, пацаны? Так кучивать, блядь, толпу. Хопа! Ну чё, двоечка моя, да? Хоп-хоп! Ну, нахуй! На! Вырубает одного за одним. Сейчас направо, направо, блять. А, не. Нельзя отразить удар. Ну чё, чё, кто хочет войны? Опа! Пацаны налетели. Пизды вам даст. Так, правая кнопка. Нихуя себе. Давай, бля. Пизды гнида, блядь. Че, кто хочет еще? Ну, а по ногам! На тебе! Сколько было прикольней. Ох ты, нихуя себе! Нихуя! Он меня хочет изнасиловать! Да, он тебя за талию ухватил. Ну, нах... Это она вообще! Баба, это баба, баба была! Тогда ладно, разрешаю! Батя накинул. Ой, я еще один. Сколько там негров вообще полиции? Не, не говори. Да это охрана с госпиталя, это не полиция, чувак. А, ну все равно охрана. Прикинь там сколько их народу, нахуй. Да вообще жизнь. Через 150 нахуй хранение. А вот оно и мусора. Damn. I need to find a way out of here. Так, тебе надо что-то сделать. А, окошко, не понялся. Прыгай, прыгай! Чего ты ждешь? Чего? О, еще мусорка. Ебать, и тут лестница. Ебануться. Ты мусора там ездил, все заперегородили, блять. Как бы выбираться, непонятно. Опять, наверное, волшебство, они в определенный момент пристанут нас преследовать. Лодку надо деревянную взять, чувак, по-любому. Век моли не видать. Ты там 50-500 санитаров отстал. Ох, нихуя себе! Да. Так, назад, назад. А, он левша? Назад, назад, назад. Ну-ка... Ну, блять, успокоились. Все патроны потрачу, смотри. Не страшно станет. Don't do anything stupid. Just back away. Это дико, блять. Ого. Fuck! Piece of shit door! Open! Давай, Шурик.
Ломай ее, блядь, заходи нахуй. Черный, черный, блядь, брат. На камеру, наверное, на камеру прикольно так на ухо. Сейчас я кинчик. Сейчас я такой. Хуа-хуа! О, тебе надо вот к этой женщине. В мусорник позвонила, тварь, блядь. Надо ее пиздануть, блядь. А, вон туда. Сесть, сесть, сесть. Типа я тут и сидел, все дела. Good evening, ma'am. Good evening, officer. We have two fugitives at large in the hospital right now. I know, I know. My colleague just called. Знаю, знаю, только что звонила коллега, а коллега. You seen him at all? No. Да по-любому, он та сучка спалила. Я бы просто, блядь, из принципа с ноги проходил. Let me know if there's anything else I can do. Sure. We'll be patrolling this wing for now, so we'll be close by. Ой, сука, негр идёт, бля. Набрали баф негров, бля. Белых теперь ловят, бля. Не покупают, бля. Чё, мужик, нога болит? Не знаю, я, бля, хочу к ней подойти просто, бля. Бля, ты спалься, чувак. Да-да-да, ты палися, ты палися. Блять. Я думал, ей можно на хамси. Или что-нибудь такое или в рыло дать. Не, нихуя. Ну, бля, ну нету вариативности, блядь. Даже какие-то ботинком в рыло эти запустишь, блядь. Я реально взял бы какую-нибудь хуйню, типа, блядь, и в рыло. Мразь! Think, Vincent, think. Ты чё, think? I'll try to blend it. Отсидимся, блядь. Коллега звонила, блядь, сдала пацанов нормальных, наверное. Нормальных пацанов. Не шарит за уек. Они ж её найдут, блядь, пристылят, сучку. Это зря она так сделала, зря. Тебе после Винсента эту медсестру шлёпнул. Да, видать, они вести по треугольникам показывают, те, кто спалит тебя. Да-да-да. Так что не подходи к этой шкуре. Бля, мужик всё воду выпил. Скот. Всё. Так спокойно взял, вышел. Да, оно того стоило, блядь. Ебать. Ебать, дурак. Да после такого, блядь, никогда бы не встал. А, вот он и я. Опять ломай. Отстрелил. Бля, чё делал, чё делал? Назад. Ты потратил, блядь. Come on, let's go. Come on, блядь, come on. На нахуй. Пиздец, Шерик, пизди. Не, я не сдамся. Русский не сдаётся. Ты поганый. Порезали, сука. Кореша моего вверу, блядь. Чё карта, блядь, чё делать-то, я не понял. Не знаю. Бля, а это так походу и задумано, чувак. Я хотел кореша спасти, блядь. А, все тебя взяли, блядь, за жопу. Не-не-не, ты можешь походу это самое. Тебе будут резать, как в этом выкиле голос. На нахуй поебалу! Опа, нихуя себе вернулся. Я бать их там. Ты чё? Ты не так сделал? Не, все так, сейчас я, наверное, дернусь. Сейчас ты такой, ааа, и все положил. Типа, сейчас телочки поясну вон той. О! Ну нахуй! Пошли нахуй, нихуя себе! Блядь, блядь! Охуенный план, блядь. Давай, дубль два. Я застрял в этой двери ебаной. А там, походу, надо в машину, через машину пролезть и к тебе сесть, чувак, я так понял. Не, просто к двери подбежать и залезть.
Ну или просто не знаю. Ты просто не с той стороны двери подошел. А, это твоя машина была. Вау, понеслось. Мигалки, кстати, такие прикольные. Стильные. Стильные мигалочки. Это вообще, блядь, такой ебало кирпичом. Давай. Ну нахуй пошла, мразь! Леви. Понеслось, чувак. Где моя М-ка? Ебать. ГТА отдыхает. И все, и за секунду оторвались. Да, как в сказке.